Рахмаев Альберт, я представляю город Актобе, бойцовский клуб «Иркинкош». Отличный турнир для бойцов ММА, набраться опыта, дополнительно, так скажем, соревнования. Между боями, когда отдыхаешь, можно постоянно, кажется, выступать, не каждый месяц, если конкретного боя нету. Можно хорошо, ну как сказать, практиковать свои навыки грэпплинга. В ММА это очень пригодится. Мен Алмбай Пауржан, Алмат қаласынан клуб залында дайындаламын. Менің қарсыласым Ахмаев Альберт, өте жақсы кәсіпқой боец. Мен оның жекпе-жектерін көргенмін. Және дайын. Жас күрес көрсетеміз деген ойдамын. Уверенно уходит в партер, в борьбу партер Балмжанов. Из этого мы делаем вид, что вывод, что он грэпплер. Забирает ногу у Альберта. Альберту надо отталкиваться. Или вот он опять отдает вторую ногу. Да. Интересная позиция. Пытается забрать ногу Альберта, и теперь она достаточно растянута, можно попробовать болевой рычаг на колено. Правильно защищается Ахмаев, ему надо высвободить линию своего колена. Ну, в целом, я считаю, что мы можем предсказывать, в принципе, картину схватки. Видно, что Алмжанов очень комфортно в партере. Он очень спокойно, хладнокровно атакует ноги, конечности. Все-таки предпочитает ноги. Ахмаеву видно, что он не совсем комфортно защищаться от таких болевых приемов. Он работает больше инстинктивно. И будет работать от защиты. Вот сейчас хороший момент. Ахмаеву надо предпринять попытку все-таки обойти гард. Возможно, как боец ММА ему более удобно работать с этой позиции. Потому что, как вы все понимаете, в ММА удары. И вот из халфгарда бить очень удобно. Но сейчас это соревнование по грэпплингу. И мы видим, что чуть-чуть потерян Альберт. Вот сейчас он пытается, когда он пытается вот, да, пройти гард, сразу это оборачивает в атаку ног Алмжанов. Сейчас он оказался сверху. Оказалось, получился реверс позиции, то есть кто был сверху, а теперь Альберт смог тоже реверсировать позицию, был снизу, оказался сверху. Вот
попытка перевода, но за счет, как это называют, инвержен, да, смог восстановить гард свой. Бауржан. Ну, для полного болевого приема согнута, слишком согнута нога соперника, ее надо выпрямлять. Когда он пытается ее выпрямлять, Альберт грамотно, ну, и получается такая немного патовая ситуация. Альберту не совсем хватает техники, чтобы защищаться. Но все-таки недостаточно комфортно себя чувствует партере. Слишком согнута нога, чтобы прошел этот прием. Клюшка в области колена в плане. Вот теперь он выпинывает. Правильно защищается Альберт. Второй ногой выпинывает захват, пытается сорвать захват руками. Ну, тут, я считаю, надо взрываться Алмжанова, Бауржану, потому что он сейчас атакующий фактически. Надо, может, поменять тактику болевых. Он просто меняет ногу, одну ногу и другую, пытается сделать то же самое, Альберта защищается тоже одинаково. Альберт сейчас работает и не видит своего оппонента, поэтому понятно, почему он медлит. Почему медлит Бауржан, непонятно. Ему надо постоянно улучшать свою позицию все-таки. Постоянно приближать себя к победе. Да. Ну вот он опять он взял ее, эту клюшку. Выпинует задом, причем не глядя. Сейчас он перейдет на другую ногу, это будет то же самое. Вот, хорошо. Вот теперь 2-2, да, счет? Интересно. Да? Вот если он сейчас пройдет гард, ему дадут баллы. Сейчас он технически не прошел гард, он в халф-гарде. Ох, вот теперь, вот здесь нужно ему не отдать баллы. Так, я не считаю, что это все-таки бросок, потому что... Ну, все-таки в межсезонье очень хорошо. Смотрите, дали минус балл Бауржану за уход в партер без захвата. А, значит, за избежание борьбы в стойке. Ну, я не думаю, что попадется на Кимуру Альберт. Да. Секунданты Бауржана должны подсказать ему, что сейчас он уже проигрывает в баллах. Пора включаться. Ну, как бы он не то что включаться, а повышать ставки. Все-таки осталась минута. Ну, сейчас время работает на Альберта. А, потому что, видите, за пассивное ведение борьбы остали. Вот теперь непонятная ситуация. Теперь в эти 30 секунд они должны убедить судей, кто больше хочет победы, да? Вот взрывом надо проходить гард. Надо отдавливать колено Альберту. Потому что просто перепрыгивает он его, когда тут постоянно за счет хука, постоянно за его движение, повторяет его движение. Надо сначала отключить вот эту преграду вот, в виде колена, в виде ноги. Придавить мату. Но со стороны, конечно, легче. Да, сейчас мы будем ждать решения судей. Вот,
Ну, я думаю, скорее всего, за постоянно... Вот в джиу-джитсу, когда в кимоно борется по правилам там одной из самых распространенных версий, каждая попытка болевого дает тебе advantage, преимущество. Это не балл, но преимущество. Может, скорее всего, по этому критерию. Да. Да, то есть получается в борьбе грэмплинг.